Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. В промпарк Вятских Полянах могут вложить почти 400 миллионов. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Ольга Чаузова. По ее данным, планируется, что объем инвестиций в промпарк Вятских Полянах составит 380 миллионов рублей. Там будет создано 386 рабочих мест. В Игрограде цифры, соответственно, 46 миллионов и 93 места, пишут бизнес-новости в Кирове. В промпарк «Конвейер», который работает в Белой Холунице, инвесторы планируют вложить 670 миллионов и создать 440 рабочих мест. 638 миллионов будет направлено на развитие производства в индустриальном парке в Лузе. Благодаря этому создастся более 500 новых рабочих мест. Однако Чаузова подчеркивает, что эти данные пока предварительные, так как инвесторы могут изменить свои бизнес-планы. Программа «Экономика». Ремонт километра дорог в Кирове обходится примерно в 10 миллионов. В мае отремонтировали 6 километров и потратили на это 50 миллионов рублей. Цифры приводит дирекция дорожного хозяйства. По ее данным, в июне планируется сделать 20 километров дорог на 200 миллионов. Всего в этом году в кировские дороги будет вложено более миллиарда рублей. Протяженность отремонтированных участков составит 90 километров. В следующем году финансирование ремонтов приблизится к 1,5 миллиардам. «Экономика» на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Выбор бухгалтера – такая же ответственная задача, как выбор лечащего врача. Этому специалисту нужно будет доверить самую ценную информацию о своем бизнесе и его доходах. В фирме «Бухгалтер и я» работают профессионалы с большим опытом, которые избавят руководителя от проблем с подготовкой и сдачей документации. Там могут предложить как ведение бухгалтерии под ключ, так и отдельные услуги, говорит руководитель фирмы «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. Также мы предоставляем разовые бухгалтерские услуги. Услуги данного типа весьма востребованы как среди представителей малого бизнеса, так и среди владельцев крупных предприятий. Для малого бизнеса будет актуально составление и подача разовой отчетности, когда вы еще только открыли ИП либо ООО и не знаете весь спектр предоставляемой отчетности. Мы поможем вам на данном этапе, подскажем, в какие сроки вам нужно ее подать и в какие органы. Компания гарантирует соответствие подготовленной документации требованиям законодательства и безукоризненное соблюдение сроков подачи отчетности. Доверьте ведение своей бухгалтерии профессионалам. Сэкономьте свое время, направив его в более нужное русло. Бесплатные консультации и подбор пакета услуг по телефону 46 42 81. В завершение о валютах. Доллар сегодня 56,59, курс евро 63 рубля 72 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.